переходим к следующему упражнению. Оно похоже на предыдущее, исходное положение тоже. Только сейчас мы будем задействовать и растяжку, и будем скручивать наш позвоночник. То есть растягиваться во всех планах. Итак, исходное положение. Двумя руками берем правую ногу. Это исходное положение на вдох. Делаем вдох. На выдох левую руку оставляем на правой ноге, а правой рукой через сторону максимально отводим в сторону. При этом головой смотрим, поворачиваем в сторону и смотрим на ладошку. И опять исходное положение на вдох. И поехали. По 5 раз на каждую ногу. Смена ноги. Теперь правая рука остается, а левая рука уходит назад. Следи за дыханием. Тело максимально расслаблено. Та нога, за которую мы держимся, ровная. Максимально стараемся отвести руку в сторону. И восстанавливаемся. От 5 до 30 раз. На каждую сторону надо делать упражнение.